Я никогда не пишу сценарий. Я не думаю, о чем я буду снимать видео. Я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами. Реальная Алания. Жизнь в Турции. Видео каждый день. Приятного просмотра. Ананасочка. Пить хотела, пить. Сейчас дам тебе пакетик. Кара, дружище, спасибо. О, этот я вообще ни разу не покупал. Это круто. Шеба, да. А тут, смотрите, Инночка с нами. Всем привет. Не знаю, буду я снимать, не буду, но что-нибудь поснимать чуть. И тут воскресший наш, голодный тоже. Да, привет, мой большой кот. Он все лето проводил весь сезон в отеле «Ананас», насколько мне говорили. Какой-то большой воскресший. Очень хороший отзыв. Да. У меня там знакомые отдыхают сейчас. Говорят, даже не ожидали. Думали, да. Так это. И вот в восторге, говорит. Ну, в общем, в частности, не знаю. Фонтанчик. Мы сильно рано здесь, поэтому пятнашку не дождались, но оставил пакетик с вкусняшкой. Шеба, запах сардины рыбный, вообще такой вкусный запах. Оставили хранителю фонтанного пакетик. Пятнашка придет, он ее покормит. Он здесь до 12 обычно или до 11:30. Жалко, конечно, что не увидели ее. Специально как бы отсюда начали, от пятнашки стартанули, от ананасочки. Смотрите, здесь сейчас будем читать, потом переведем. Бенни, ну, наверное, со свадьбой связано. Беннимле эвленир мессин. Знак вопроса. Ну, или свадьба, или перед свадьбой, или после свадьбы, наверное, это все. Там сердечко. Фотографируют, они танцуют. Ну, костюма невесты нет. Что, это, наверное, я... Беленький наш пришел, привет, красавчик. Ну, говорит, у нас какие-то хорошие отношения, привет, нормальные. Привет. Ну, мне тоже. Наша тут. Наша знакомая, главное, у нас занос прицепа вышел. Заносик прицепчика вышел. Какая ты классная. А ты худышка, это с пятерки с нашей. Сеструха малого нашего, белого. Да? Подальше от дороги, не выходите сюда, чего, а вон, а то собака бегает. Все, идем дальше. Крутышка меня тут защищает, говорит, никому его не отдам, он мой. Смотрите, сколько. Это пошла. Белочка. Кс-кс-кс. Вон кошка блатная, все, даже крутышки дала лапой. Да, крутышка, никому меня не отдает, стоит меня защищает. Тарси Хотел здесь, где у нас место, где одноглазочка должна быть. Я надеюсь, еще будет. Привет, одноглазенький. Хоть ты появился. Привет. Сейчас кушать тебя дам. Пойдем на столбик, чтобы тебе никто не мешал. Пойдем. Одноглазенький, который здесь. Если одноглазочка не появится, ты у меня будешь теперь самым любимым одноглазым, да? Залазь. 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 Опа, ух ты, красивый полет какой был. Да, и ты красавчик у меня. Ой, спешишь, как голодненькая, да? Не спеши, все твое, и водичка твоя, все твое. Не объезд. 24 градуса, но они ощущаются как 26, видимо, из-за немножко повышенной влажности, потому что чуть ли... Ну, я даже вспотевший так, был, давай, когда давай. Пришел к ним, то есть я думал, что больше будет сейчас, чем 24. А где слоники? Да. В тот раз мы были не раньше, да? Она была. Позже. Может, позже мы были, была, да, все. Может, она на пляже там где-то? Слоник, нету. Я так и не знаю, где она ночует, интересно. Интересно, собачка-то не приходит, не ест тут корм. А вон кто-то идет, большой. Кто-то идет большой, по-моему, да? Большой? Ну, там скамейка или что? Да. А? Слоник, сиди стой. Там. Слоник идет. Ты еще и ходить можешь. А то на Клеопатру говорят, что она ходить не может. И на слоника также, наверное. Да, привет. Привет, родная, пойдем на лавочку. Инна, вон, смотри, она за мной скучает. А за Инной? Слоник. Пойдем, слоник, пойдем. Вот, помял. Пойдем. С тобой мы еще не ходили, или один раз ходили, да, тут по дорожкам. Иди к Инне, смотри, Инна тебе это мечтала. Залазь на Инну. Слоник. Давай, иди сюда. Как ты весишь, а, слоник? Класс. Эфталия перед нами, Арсен Фисити слева, я запутался, где ж Мигрос? А вот там Мигрос сейчас будет, там мы пойдем мороженку купим, может быть. Да? Тебе вкусный пакетик, а нам по мороженке потом. Как-то эти слоники, вот они точно появились после того, как мы ее назвали слоником. Арсен Фисити. Возле Мигроса, смотрите, сидят красавцы. Ладно, я выйду, я подумаю, дать вам есть или нет. О, тут пекарня есть. Вот это меня соблазнять сейчас будут пончиками.
кокосочка, кокос полбич, привет, Вайт, Вайт Муниха, привет, Вайт Муниха, тут еще рыжий Мун, он. Кокосочка, да, но она меньше стала, реально, я вспоминаю, она как-то больше смотрелась даже вот так. Кокосочка, где-то была эти полгода эти. Мороженое едим с сыном, карадут называется. Матч, ага, Дима был. Все, рыжик, ты не голодный, да? Вот такая вот оболочка в Мигросе 15 лир стоит, карадут и шелковица нарисована. Белый шоколад, он лишний, я бы его убрал, это просто лишние калории. А внутри, кто любит кислинку, друзья, бомба. Шелковица не такого вкуса, тут действительно больше на ежевику, наверное, похоже. Только все, пожалуйста, не раскупайте в магазинах, дайте нам с Ромкой поесть. Да, потому что те мороженые, которые я показываю, они исчезают с полок магазина, как это не смешно. Я путаю это, вспомню. Мишки, друзья, кто любит мишек? Мишки пираты. Стали пиратами. Ну, это их родственники, наверное, это не они. Вот тут прикольно. Я первый раз обратил внимание, смотри, какие окошки с подсветкой. Красиво так. Я их не видел никогда, или они не подсвечивались-то. Смотрите, друзья, мозги пандочки, якшамлар. И тут у нас жарится панда меню. Мид кузу, или дана? Кузу, да. I eat water with broth. Water, onion, лук как бы. Мид панда. А это пандочки, да. This one. For me, долма. 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 А пандочка, а что оно там сидит, мясо нюхает, а не подходит? Я в шоке, прикинь, он спокойно сидит там и мясо не... Привет, пандочка. Сонра йогурт. А, йогурт. Little for me, little panda. Панда и хозяин будет йогурт. Тут такой запах, а панда не реагирует на запах мяса, я в шоке. Бу шарф. Пепперони. Ага, ага, острый, типа аджики, короче, такое. Если бы я был голодный, я бы сейчас упал бы в обморок, но я есть не хочу сейчас, супер. Видите, вот маленькие газовые баллончики, и на нем можно готовить прям. Very good life. Вау, погода в Эзе, супер. Food coming everywhere. Супер. А мы только... Sleeping. И на, как сказать, что если... Пойдем кольцо посмотрим, да, пандочка? Так спокойно реагирует на мясо, я вообще в шоке просто. Портакал, чок гузель. Все, чок гузель. Сейчас тебе опять несколько килограмм колец этих насыпят. Колец. Черепашка, покажи. Черепашка. Да, у меня вот почему-то это вот типа такого, да? А, не, у меня сердечко было. Да, да, вот так, вот так оно было из двух частей, да. Сердечко. Каких двух частей? Почему? Ну, вот так, как это. Верхушка у тебя отлетела, получается. Как я тогда одела и снять не могла. О, ничего себе, как вовремя, мы только пришли. Ну, поздоровайтесь. А почему вы отказываетесь от видеосъемки? Потому что мы очень скромные. А память? Ну, про Аланию. Ладно, я рад вас видеть, мы вовремя встретились. Память. Тебе тоже будет, ну ты не голодный, в принципе. Ветчина. А мы еще, видишь, вот поэтому он и на мясо не реагирует, что он не голодный просто. Чай мы пили тут, взяли в этом по 15 лир в бардак стакан, в картонном стаканчике. И на ромко-лавочках сидим, чай пьем. Сейчас идем к котеечкам нашим. Луны так и нет по-прежнему, друзья. Где луна, кто знает, напишите. Выгляните все в окно вечером, пожалуйста, и напишите, у вас есть луна сейчас или нет. Смотрите, тут мамка, а где малыш появился? Малыш, привет. Привет, малыш. Вопросик. Вот это щетка, да, когда она так. Привет, пантера. Оставь это. Я чуть-чуть вопросику, да. Оставь. Иди сюда, красотка, ты редко появился. Ушкин. И опять, позвали, наверное, рыжая мы не найдем, он оттуда идет. Это она ему даст по ушам, он ее боится. Привет! Слышишь, джентльмен мачо, ты вчера шел с башни там, прошел мимо нас и вообще даже не отреагировал. Это что было такое, а? Чувак, маячок рыбу любит, а Инна отвлекательную операцию делает, пока я этого здесь задерживаю, чтобы он рыжую опять не прогнал. Инна бежит, машет, показывает пакетик, и лапки на рыжая за ней летит туда дальше. Рыжулечка. Даже рыбку дали. А, ну да там рыбки мало, в принципе. Хотя она обычно не голодная.
А это головное, этот воду любит пить. Привет, моя красавица, привет, я соскучился за тобой, 3 дня не было тебя. Вот я, честно, я уже, по-моему, тот темненький был в основном. Смотрите. А, привет, бегом. Ой, ты красивый, я тебя помню, он там живет, да, где мы не зашли. Полночь, молодые фонтаны. Ну все, друзья, такое маленькое видео сегодня. Инночку мы уже отправили на автобусе. Жилика делает фотосессии на фоне фонтанчика. Погода офигенная. Вот сейчас 24 по градуснику, по ощущениям они как 27. Ну, довольно комфортно. Не жарко, не прохладно, вообще идеально. Идеально, чтобы гулять в шлепках, в шортах и в футболке. Аланья, всем теплого моря, кто приезжает. Сегодня у нас, не помню, какое число, но помню, что четверг. Пока. Много летучих мышей летает, они вот с подсветочкой, вот там, где финики. А не, он наносила на финики, может, они такие едят их или нет? Так много летало, только что теперь вот я начал снимать, а они... перестали летать. Тут просто подсветочка. Вон они на финиках там висит одна, я вижу. Тут их с десятками. Ой, висит. Видите, он висит на финиках, она. Крылышки. Голова вниз, вниз головой. Прикольно. С камера зумчиком, если была, я бы сейчас балмой показал бы. Вон они летают. Ходим, короче, сидит этот котик, я думаю, пакет с чипсами. И он прям пытается лапой лезет туда. Думаю, ну нет, я его покормил, он опять пришел, мою еду съел, опять лезет. Я достал, посмотрел, а это еда кошачья. Открытый пакет и полно еды. О, они сами откакают. Я сказал, надо позвать всех теперь, да, на шару еда появилась, а они сами подходят. На. Сейчас посмотрите, тут будет котов 15 как минимум. А куда смотри? А, о, малышек, на. Все сюда, еда халявная. А что за фирма? Не знаю, что это. Да я думал, что ты чипсы так хочешь. Думаю, ну не может же такого быть, чтобы кот зайти. О, малой даже кушает. Не, все равно ж надо. Смотрим, они вот реально подлетают к финикам. Наверное, может, одну штучку пытаются оторвать. Наверное, это сложно. У них, наверное, не с каждого подлета получается. Вон она полетела. Вот действительно, подлетели к финикам, потом улетели. Может, они такие едят. Друзья, самое интересное, мы пришли, здесь не было ни одного человека. Сейчас вот сзади, если я повернусь, там впереди все лавочки заняты. Представляете, время. А че мы Инну так рано отпустили? 12 часов, я думал час, 12 часов только, ё-моё. Инна, ты чё так рано убежала от нас? Да, они реально подлетают туда, где плоды фиников. Скорее всего, что они пытаются их отрывать. Вон одна повесила, вот, да, наверное, повесила, оторвала. Вот тут они съели, наверное, уже на вот этом дереве, там уже нет финика. Вот к тому дереву они сейчас все летают. Они ж сладенькие финики. Точно, да, подлетают к плодам. Не знаю, видно вам их или нет, безумчика. Вот полно мышек там сейчас улетает. Смотрите, чудо какое-то. А кто тут ходит у нас поверху? Иди он мышек лови, летающих. Привет. Ты что хочешь? О, люди поуходили. Только чтоб толпа людей здесь были. Котенчик. Мы на улице Тык. Тут больше сегодня ракешник, и людей больше на ракешнике. Тут, смотрите, вообще пусто. Очень мало людей сейчас в Алании ночами. На улице Баров, вот она там через дорожку. Я думаю, что тоже очень мало людей. Девчонки африканские здесь. Девчонки африканские, девчонки белорусские. Друзья, согласитесь, что полвторого ночи это самое время, чтобы пойти купить что-нибудь вкусненькое себе на обед. Даже не ужин, обратите внимание, это будет всего лишь обед. И мои любимые пирожочки. Блин, я их не вижу. Что-нибудь выберем сейчас. Боже, как классно. Друзья, я там сделал маленькое видео, мы дошли от Вайкики до Вайкики с заходом на пятничный рынок в час ночи. Смотрите, какой кайф здесь. Тепло.
никого нет. У меня есть куча пирожков. Кошар Пейнер были там, они только испечены были. Надо сказать, Якшамлар оленя с уважаемым человеком. Якшамлар. Я так и не уточнил, Якшамлар только вечером или ночью тоже можно так сказать. Смотрите, никого. Даже машин нет, вообще обалденно. Да, это в какой-то степени уже говорит, наверное, о том все-таки, что уже не лето. Оп, цветочек упал. Наверное, это тоже о чем-то говорит, когда падает цветочек хлопкового дерева. А на этом среднем дереве по-прежнему висит хлопок. Ну что, теперь уже точно я с вами прощаюсь. Спокойной ночи всем. Пока.